Светлана, Альберт, доброе утро. Вот хочу показать, несмотря на мороз в 25 градусов, не отхожу от цели и продолжаю двигаться, продолжаю поднимать энергию. Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать всего самого доброго вам, а также хотел выразить благодарность. Благодарность за то, что последние полгода вы терпели мой скверный характер, так сказать, и были со мной рядом, наставляли, так сказать, на путь истинный, помогли разработать план действий, стратегию определенную, которую я придерживался последние полгода. Хочу сказать, что вот эти полгода индивидуальных занятий, которые мы с вами проводили, очень сильно помогли, очень сильно поменяли мою жизнь. То есть, честно говоря, не верил в то, что можно выйти на определенный какой-то уровень, так сказать, выше того, на котором я находился. Но благодаря вашим рекомендациям, благодаря личному календарю, да, там с определенными положительными днями, отрицательными днями, мне удалось вырваться из минуса в огромный, так сказать, плюс. И за последние полгода моя компания расширяется. То есть мы уже сняли в районе Аль-Фараби офис в 4 раза больше того, который у нас текущий на данный момент. Вот, мы открыли несколько точек дополнительных магазинов. А прибыль увеличилась не, пусть не в 10 раз, которую, да, мы там хотим, да, поставили цель себе на год, но увеличилась в 5 раз. В среднем где-то 4-5 раз увеличилась прибыль. И честно, я в шоке. Я в шоке от того, что это действительно так работает. Что работает энергия, как вы говорите, да, вот, что все действует на уровне энергии. Каждый день ходьба помогает зарядиться энергией на весь день. То же самое, то есть я стал лучше себя чувствовать в плане там здоровья, внутреннего состояния, да, даже элементарно душевного. Поэтому, несмотря на мороз, как я уже сказал в самом начале, 25 градусов, мы продолжаем идти и продолжаем двигаться. Отчет утром, что я придерживаюсь вашим наставлениям. В общем, работаем, двигаемся дальше. С наступающими Новым годами и хорошего вам дня!